13 марта на территории мечети имени Саида Афанди города Каспийска состоялся очередной ифтар, организованный городским собранием депутатов во главе с председателем Абдуллахидом Джаватовым, который обратился ко всем присутствующим с поздравительной речью. Это самый благословенный месяц, каждый календарь, который у нас есть, вы сами знаете, то, что за что мы будем отчитываться перед Всевышним, когда пойдем к нему. И дай Аллах, чтобы таких радостных дней, когда народ, братья объединяются, Бог у нас уходит. Именно в такие дни мы познаем еще друга, еще нашего брата. И пусть Всевышний примет умра нашим братьям. Перед разговением жители послушали нашиды и насладились прекрасным чтением аятов из священного Корана. Перед началом ифтара присутствующие совершили вечерний магриб, намаз, а после приступили к приему пищи. Рамадан является для всех мусульман месяцем объединения и долгожданным из всех в исламском календаре. Рамадан позволяет людям очистить свои сердца и приблизиться к Всевышнему с помощью дуа, дополнительных молитв и благих деяний. Месяц Рамадан настолько удивительный месяц, что объединяет всех людей вне зависимости от национальности и от конфессии. Месяц Рамадан – это возможность стать лучше, чище и яснее. В рамках встречи участники ифтара выразили благодарность Абдуллахиду Джаватову за организацию и вручили презенты. Завершилось мероприятие духовно-познавательной программой, чтением нашидов и раздачей еды представителям различных структур и организаций.